В 2012 году наблюдался рост аварийности на дорогах Чувашии. Об этом заявили на пресс-конференции в Госавтоинспекции Республики. Журналисты подняли ряд серьезных вопросов. За прошедший год произошло на 14,5% больше дорожно-транспортных происшествий. Увеличилось количество погибших в ДТП. Об этом в следующем репортаже. Наиболее распространенная причина ДТП по-прежнему превышение скорости, выезд на встречку, управление в нетрезвом состоянии. Видимо, многие, садясь за руль в нетрезвом состоянии, надеются на авось и совсем не боятся наказания. Несмотря на ужесточение наказания, нарушать правила стали чаще. К примеру, за год 169 ДТП. При этом 11 человек погибли, 249 ранены. Во время рейдов по выявлению нетрезвых за рулем задержано более 7 тысяч водителей, которые могли создать аварийную ситуацию. Владимир Романов также отмечает, что чаще всего аварии происходят в пятницу и субботу в вечернее время. А вот на вопрос, где чаще отмечаются ДТП, конкретного ответа, к сожалению, нет. Не там, где, допустим, экипажи сегодня контролируют очаги аварийности прошлого года. И очаги ДТП сегодня выросли, чем в прошлом году. Они стали совсем другими. Они не на тех местах уже появляются. Упущений, как говорят сотрудники, ГИБДД немало. Но среди всего есть и хорошие новости. Есть и положительные тенденции. Добились снижения, сокращения дорожно-транспортных происшествий, участия в наезде на пешеходов. Административная направленность деятельности. Более 100 тысяч правонарушений выявлено личным составом госавтоинспекции. Здесь работала и фотофиксация. Бороться с нарушителями сегодня помогает 60 приборов видеофиксации. Внедрение автоматических средств на сегодня является для сотрудников госавтоинспекции перспективным направлением. В ближайшее время таких устройств станет еще больше. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика.